гражданская ответственность. О работе и перспективах на будущее говорили на встрече глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Общественной палаты Республики Алексей Судленков. Роль Общественной палаты в регионах как института гражданского общества трудно переоценить. Все решения органов власти, имеющие социальную значимость, проходят через экспертов палаты. По мнению Михаила Игнатьева, именно там, где чиновники не дорабатывают, нужна сила и влияние гражданских активистов. Это дает синергетический эффект взаимодействия с органами власти, чтобы снимать в отдельных случаях просто социальное напряжение. По тем проектам законов, которые вы проводите чтение, это очень значимо для нас, потому что те проекты законов, которые вносит Кабинет министров, по разным вопросам, с учетом изменений федерального законодательства, минимизируйте все те ошибки, которые могут быть при принятии любого закона. Поэтому вот за это хочу выразить слова благодарности вам. Поле деятельности для неравнодушных людей есть всегда. В Общественной палате республики регулярно проходят круглые столы по самым актуальным вопросам, волнующим жителей. Мы проводили круглые столы по реализации проектов образования, здравоохранения, сельское хозяйство, дорожное строительство. Мы рассматривали вопросы, связанные с твердыми бытовыми отходами. Да? И когда вот проводишь эти круглые столы, и когда присутствуют люди, когда люди рассказывают, очень многие вещи снимаются. Михаил Игнатьев и Алексей Судленков обсудили предстоящие в сентябре до выборов Государственный совет Чувашии и органы местного самоуправления. Палата намерена выставить на участках своих общественных наблюдателей. В прошлую кампанию активисты сыграли большую роль в соблюдении прав избирателей. И еще несколько тем, которые обсудили стороны. Это безопасный отдых в детских загородных лагерях, питание в школах и детсадах и участие наших студентов в мировом чемпионате рабочих профессий, который состоится в 20-х числах августа в Казани.